Go. Okay, hold on. It's recording. Yeah. There we go. Okay, thanks. Here we go. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. А вы? Ah, хорошо, спасибо. Подобья беда. Извините. Прежде чем мы начнем, могу я задать вам вопрос? Да, с удовольствием, конечно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, я знаю, вы жили в Украине, но также проводили время в Руси. Вашим опытом, есть ли большая разница между украинским и русским языками? Что же, они похожи. Но, наверное, украинец так не сказал бы. Я думаю, что понял. Но суть этого, я думаю, я хочу учить их обоих, неважно. Но что думаете? Если я немного говорю по-русски, будет ли довольно легко учить украинский? Ну да, ты можешь, наверное, грамматика почти такая же. Хорошо. Я получил Ева. Спасибо. А, кстати, я был в Украине и Руси несколько раз, и мне очень понравилось. Это круто. Где ты был? Посмотрим. Мы были в Одессе, Киеве, Лвиве, Чернавце. Вы были в Львове? Да. Извините? Это много, да. Да. И также несколько маленьких деревни. Cool. Но в Руси я видел только Москву. Мне очень нравится метро. Очень красиво. И очень большой. Метро в Москве намного больше, чем в Торонто. Правда? Да. Так что, я не знаю слова. Как сказать по-русски? Нет, лестница, но гуляет, не гуляет. значит, эскалатор. Правда? Да. Конечно. Почему нет? Кофе, такси, эскалатор, эскалатор. Эскалатор, окей. Почему нет? Так или иначе. Я хотел сказать, да. Они такие крутые. Самые длинные в мире. И такие длинные. Да. Очень большой. Кроме того, мне нравятся рынки и широкие улицы в Москве. Очень большой. И гулять по таким городам. Я люблю гулять по старым частям городов. Да, мне тоже. Да. Но особенно я должен сказать, я люблю путешествовать на поезде в Руси, Украине, даже везде. Почему вам поезд больше всего нравится? Таким образом... Вы можете видеть больше страны. Кроме того, я всегда люблю путешествовать на поезде. Почему? Я не знаю почему. Я думаю, это
Ashasheni, the rhythm, Zvuki, Kakigra, and Barabanek. Oh, Gloria, Tom. Vi igrati jata muzikalika instrumentek? Oh, ja da, ja igraju na pianino I gitari, I bas. Скажите, ви пишеш песни и записываете свою музыку? Да, да, иногда. Приятно. Я хотел бы послушать вас, возможно, когда-нибудь. Может. Спасибо. Спасибо. Yeah. Какая музыка и группа вам нравится? Кто оказал на тебя влияние? Мне нравится вся музыка. И я фанат Beatles, Santana, Новый Иерусалим, Третий день. Но, конечно, Beatles самые лучшие мне. Всегда Beatles. Вы знаете, люди говорят, что моя музыка похожа на них. Yeah, Beatles, конечно. Yeah, я тоже. Всегда. Yeah. Мне не нравится группа Under One Sun, Peter Gabriel, Santana, да, очень хорошо барабанах. О, да. Да. Yeah, Брюс Коберн. Слишком много. Что бы сказать? Слишком много. Сейчас. Где был я? Да. Поезда. Мне нравится. Дашья запах поездов. Я люблю вся это. Висята. Хорошо. Хорошо. Достаточно оба меня. Как насчет вас? Вы любите путешествовать? Да, тоже люблю путешествовать. И нравится поезд. И сами лотом. Как и твои любимые страны? О, трудно сказать. Надо подумать. Может быть, Турция. Почему? О, еда вкусна, климат чудесно. История – это очень интересная страна. У вас есть любимая страна? Мои любимые страны. Я полагаю, я бы сказал Австралия. И Коста-Рика. Почему там так много всего машинас делат, Том? В Коста-Рика можно заниматься серфинг, кататься на байдарках, море и будная вода, можно походы в джунгли, подняться на вулканы, и есть много прекрасных пляжей. Однажды я провелся в джунгли на Паруне в путешествии по Бурной Вода, и меня... у меня укусил паука. К тому времени, как я вернулся в город, я был очень болен. И не дал ему ничего, не мог дала. Нара, эспаньол. Извините. No hablo español. Yeah, да. No choriz paru ni dal.
я был в порядке, стоило увидеть, насколько красива джунгли и река. К тому же там все дешево, поэтому нужно тратить много денег. Все это хорошо. В Австралии то же самое, кроме стоимости. Рыная вода, морской каякинг, серфинг, пляжи, джунгли, речные прогулки, чтобы увидеть дикую природу, крокодилов, птиц, все. Это хорошо. И одно из моих любимых путешествий по пустыням. Очень хорошо. Извините. Интересно. Спасибо. Так что мать моя жена австралийка, так что у нас там тоже много семей. Всегда приятно пойти в гости к нашей семье. И чтобы наши дети увидели своих кузенов. Так вы видите, когда я путешествую, я люблю приключения. Особенно, если даю пустыни каньяны и, конечно, каякинг. Например, однажды в Мексике я плавал. Я не знаю слова. Я плавал... Снорклинг. Спасибо, снорклинг. Тоже нравится, да. Я плавал в реке под землей. Крыша была очень низкой. Вода здесь, крыша здесь. Опасно. Снорклинг. Along. Осторожно. Тоже и он был очень узкий. Я полагаю, не могу позвернуться. Очень узкий. Очень опасно. Я полагаю, это было немного опасно. Но это очень хорошо. И очень весело. Для вас, может быть. А вы, что любите делать, когда вы путешествуете? Например, когда вы путешествуете, вы любите ездить на экскурсии или самостоятельно? Ну, я старый, я люблю брать экскурсии. А вы? Для меня это зависит. Если история чеким и приключения путешествий, я всегда хочу на экскурсии тоже. Понимаете? Все историческими путешествия, потому что я хочу знать много информации. И с приключения путешествий, потому что это может быть очень опасный только для этих вещей в одиночке. Понял. С другой стороны, я должен сказать, почти всегда, потому что если бы
Rabilva kakam kakam topanchi mujet bit ya vernusavim no tolka yesli etoni slishkum apasna. Takshya kakis kazal obichna kardia purushes view yalubliu priklchenia no obichna nef segda. Na primera. Однажды летом мы с женой запрали наших детей и ездили на три месяца. Три месяца? Да, да. В Австралию, Новую Зеландию и Гавайи. Гавайи, вау. Да, да. Я жил в Гавайях и смог показать своя семья, где ходил в школу, ходил в школу. Класс. Им было скучно до слез. Дети, верно? Ну, точно так, нормально. Вся, дети, вся. У вас есть дети? К сожалению, нет. Еще нет. Может быть, позже. Да. У меня трое дети. Сейчас они 34, 36 и 40. Одни мальчик и две девушка. Вы должен быть. тоже еще летом мы отвели мой родителя в Коста-Рика на один месяц. Yeah, приятно. Фактически это были две мои любимые поездки. Согласен, да, я понял. Yeah. Я думаю, путешествовать с семьей лучше наверняка. Очень особенное время, да. Да. Я полагаю, нам скоро пора. Ну да. Было приятно поговорить с тобой. Спасибо за ваше время. Не за что. Yeah. So. Ну, до свидания. Увидимся. До свидания. Спасибо. Да. С Богом. Bye-bye.